Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит чисто информационный характер. Это видео по буксу, мини-буксу, Никобукс называется. Вчера я сюда зашла. Сегодня у меня на балансе для вывода рубль 96. И я хочу проверить этот букс на вывод. Значит, вот навожу стрелочку на аккаунт. И у меня выпадает меню. Нажимаю вывод средств. Рубль 96. В настройках я прописала вчера кошелек. И нажимаю вывод. Так. Ага, баланс обнулился, как мы видим. Проведен. Ага. Идем на Payr. Перезагружаю страничку. Так, рубль 94. Payr у нас берет комиссию. Так. Дата операции 28 декабря. Перевод выполнен, рубль 94. Бонус сайта Invest. Но этот сайт, так вот он называется, вы в браузерной строке можете прочесть даже по реферальной ссылочке. Сейчас даже так, мои рефералы, вот здесь написано вот Invest Hus, видите, как бы, ну, что платит инстант, замечательно все. Так, еще что я хотела вам показать, вот здесь на главной страничке в кабинете. Так, раздача Payr бонусов. Значит, вы выберете число от 1 до 20. Если угадать число, которое рандомно загадала система, то выиграете от 2 копеек до 1 рубля. Если не угадаете, 1 копейку. Значит, нажмите по одному из баннеров ниже для получения бонусов. Давайте нажмем, посмотрим. Если я вчера пробовала, но я ничего не выиграла. Угу. Введите капчу. Ага, число надо выбрать. Так. Число. Ну, давайте какую-нибудь. Сейчас у меня страничка загрузится. Ой, сейчас. Грузит, грузит. Долго очень. Давайте цифру 4 поставим. И капчу 640. Так, 964. 964. И вот сюда нажимаете. Мне повезет. Так, идет отсчет времени. Через сколько минут там можно повторить? 15 минут, значит. Последние 30 начислений. Так, вот мой логин. И я ничего не выиграла. Мне дали 1 копейку. У меня число 4. Вот таким вот образом можете... И здесь есть еще типа поддержки. Что-то можно написать, если возникнут вопросы. В принципе, на этом все. Всем удачи, больших заработков. Букс платит. Можно работать. До новых встреч.